Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 27 июня овнам звезды рекомендуют энергично приступать к работе. Этот трудовой понедельник богат на хорошие результаты. Тельцы, избегайте дел, требующих большого эмоционального напряжения. Переутомление – это уж точно не то, что вам сейчас нужно. Близнецы, прекрасное расположение духа станет причиной того, что вы будете дарить хорошее настроение всем вокруг. Ракам не помешает точность при заполнении финансовых документов. Основная задача – исключить опечатки и ошибки. Львам звезды советуют с головой окунуться в творческий процесс. Если вы сумеете сосредоточиться, то успех вам гарантирован. Девам захочется переосмыслить свои личные отношения и, возможно, даже поставить с них точку. Что же, у всего в этом мире есть свой срок. Весам нужно непременно привести себя в тонус. При наличии свободного времени прогуляйтесь по парку или загляните в спортзал. Скорпионы, не рассчитывайте, что все люди согласны играть на ваших условиях. Такое поведение, скорее всего, не найдет отклика у окружающих. Стрельцы, что может быть лучше приятных финансовых сюрпризов, особенно если это увеличение заработной платы или премия по итогам выполненной работы? Козероги, не стоит поучать родных людей и тем более навязывать им свою точку зрения. Звезды не видят в этом плюсов. Водолеи, подумайте о том, что мешает вам устроить личную жизнь, определитесь с приоритетами и начните налаживать отношения. Рыбы, вы слишком много времени тратите на решение несущественных проблем. Мелочи совершенно точно отвлекают вас от главной цели. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.